Комитет уголовно-исполнительной системы прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о том, что осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева не могут найти в колонии. Эти сведения не соответствуют действительности. В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева. Он отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности, говорится в сообщении. В комитете призывают казахстанцев не распространять недостоверную информацию и ориентироваться только на официальные источники. По факту распространения ложной информации уже возбудили уголовное дело и виновных привлекут к ответственности, заявили в пресс-службе ведомства. Напомним, экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.